Осложнения после гриппа лишили жительницу Есенова-Ураскуль способности слышать одним ухом. За несколько лет женщина обошла десятки врачей, да все без толку. Простыла как-то раз. После гриппа не проверилась, дальше запустила сама. Вот теперь страдаю, ухо не слышит. Узнала, что в Шымкент приехал еще и врач из Москвы. Я очень надеюсь, что он мне поможет. Главный научный сотрудник Московского клинического центра оториноларингологии, доктор медицинских наук, профессор Хасан Диаб, помог сотням пациентов. Хасан Диаб гарантирует 100% восстановление носового дыхания у детей и взрослых. Врач проводит и хирургическое лечение аденоидов, тонзиллитов на современном оборудовании германского и американского производства. И все это на базе медицинского центра «Дана». Осмотрев Есенова-Ураскуль, доктор решает, что хирургическое вмешательство тут необходимо. После пациенту вернется способность слышать. Обычно провожу операции на уши, то есть начиная от простой тимпанопластики, заканчивая радикальными операциями с реконструкцией всех отделов барабанной полости, с протезированием среднего уха для улучшения слуха. Ассистируют мне профессионалы. Они знают все детали, что касается все детали операции и послеоперационного ухода за больным. На прием к доктору записываются жители из разных районов области. В клинике Дана есть две палаты. Уход за пациентом проводят высококвалифицированные врачи. Услуги, в общем-то, все предоставляются. И консультативная помощь, и амбулаторная, то есть можно прийти, получить помощь, и стационарная тоже, то есть хирургическая. Лор-врач Хасан Диаб ведет прием до 14 августа с 15 до 17 часов. Каждый желающий может записаться по номеру телефона 8-701-724-1459 или обратиться к специалисту в медцентр Дана по проспекту Мамушулы.